Женщины работают не на всех участках, только на тех, где нет сильно больших деталей. От 50 выше женщины зарабатывают на производстве. Больше 50 компаний и организаций ждут сотрудников. Мебельную промышленность региона на ярмарке трудоустройства представляет фабрика «СВ Мебель». Лучшее промышленное предприятие в своей отрасли по итогам областного конкурса. Один из крупнейших экспортеров, значимый не только для Пензы, но и для всего российского рынка. Ежегодно здесь наращивают объемы производства. По итогам работы в 2022 году они увеличились на 34%. А за первые 5 месяцев этого года уже в 2 раза. Фабрика вводит новые цеха и склады, закупает высокотехнологичное и автоматизированное оборудование известных мировых концернов, создает новые рабочие места с лучшими условиями труда и достойной заработной платой, как для мужчин, так и для женщин. У каждого есть возможность выйти на пробный оплачиваемый день и стать частью команды СВ. А оценить масштабы предприятия можно, записавшись на экскурсию по телефону 97400. Областная ярмарка вакансий впервые состоялась в 2021 году. На этот раз уровень федеральный. Кстати, с начала года службами занятости трудоустроено уже более 6 тысяч человек. Но еще около 4 тысяч жителей пока числятся безработными. У нас очень большое количество вакансий, больше 13 тысяч. Вот сегодня представлено 1200 вакансий, да, даже чуть более, с хорошей заработной платой. Ну и, соответственно, самое главное, с официальным трудоустройством. То есть профессии различные, начиная от рабочих до с высшим образованием, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Во всех предприятиях есть возможность обучения, есть возможность получения различных бонусов. Рынок труда, он не перенасыщен. Молодые люди, которые имеют профессии, но еще не устроились, им нужно помочь прийти на те или иные промышленные предприятия. Ну а те люди, которые не имеют профессию, впервые пришли на этот путь, для них тоже найдется много интересного. Самое главное, не упустили бы они эту свою возможность. Исаевы живут в Якутии. Глава семейства Сергей родом из нашего региона. Выйдя на пенсию, решил вернуться на малую родину вместе с родными. Город нравится, осталось подыскать работу. Требуются там наладчики радиоэлектронной аппаратуры, регулировщики, монтажники, поэтому у меня как бы здесь проблем не возникает. Но со мной собирается приезжать сын с семьей, поэтому у него немножко другая специальность, более такая сейчас распространенная. Это автоматизированная система управления, но ищем и в том числе для него. Довольно-таки удобно, когда здесь все вместе, не надо по всему городу ездить там искать, а здесь все можно сразу проконсультировать. На этот раз ярмарка не ограничилась только предложением вакансий и собеседованием. Для соискателей, работодателей и сотрудников службы занятости организовали 5 площадок. Всех желающих ждали практикум и мастер-классы.